заготовка, да. И известно, что хоккеисты все поголовно большие любители высокой и не очень высокой культуры. И ходят в театры, и кино. И я так понимаю, что сейчас как раз на эту тему мы и увидим надпись на спине. Даниила Апалькова. Правда, что-то там не клеится. Что-то плохо клеится на спину. Что же они там клеят-то, Саша? А, ну, я так думаю, что меняют фамилию. Да, здесь табличка, на которой написано Ди Каприо. Но она... Не прикрепилась табличка с Ди Каприо. Не прикрепилась. Но у Юхи Мецела для Ди Каприо что-то есть. Правда, и здесь Ди Каприо не получит Оскар. Просто потому, что табличка с надписью Ди Каприо до ворот не доехала. Достанется Даниилу Апалькову. Пока что я думаю, что если все люди, которые смотрят сейчас по телевизору, отбросят клубные симпатии и просто включат объективность на пару секунд, то я абсолютно согласен с Александром Ховановым, с тем, что круче по эффекту горящей клюшки пока ничего не было.